Здравствуйте, меня зовут Марика. Сегодня я хочу рассказать вам о нашем бестселлере «Законы Солнца». Эта книга была написана нашим мастером Рюхо Окава в 1286 году и теперь переведена на 23 языка по всему миру. Это на английском и это на японском. И так написано. По-японски это «太陽の方». И この一冊と出会うためにあなたは生まれてきた. Там написано «Вырождение, чтобы встретиться с этой книгой». Законы солнца раскрывают, как Бог Земли, Господь Элкантаре, создал Вселенную, наш мир и человеческую жизнь, подобно библейской книге «Бытия». В этой книге мы узнаем следующее. Во-первых, что все люди, живущие на этой земле, являются детьми Бога и имеют свет Бога. Во-вторых, что сущность человека – это душа, и смерть не конец. Мы снова и снова перерождаемся на этой земле и совершенствуем свою душу, получая разные опыты в жизни. И последнее. Любя родителя наших душ Элкантаре, человечество может любить друг друга. Сегодня в мире происходит множество конфликтов, политических беспорядков и природных катастроф. За пределами различия цвета кожи, расы и религии нам нужны новые учения, чтобы решить эти проблемы с более высокой точки зрения. Поверив в господа Элкантаре, мы можем понять истинную любовь и стать человеком, который не только сам счастлив, но и может сделать других счастливыми. Поэтому сегодня я постаралась говорить на русском языке, чтобы все знали, что существует Бог, Бог, который любит каждого, кто живет в этом мире. Законы Солнца можно купить онлайн, поэтому, если вы заинтересованы, пожалуйста, посмотрите URL. В заключение я хочу прочитать молитву. У нас есть три молитвы. Закон правильного разума, которая является нашей главной сутрой, молитва Господа и молитва ангелам-хранителям и пчебодным духам. Молясь этими молитвами, вы обретете успокоение души. Вы также получите правильное вдохновение с небес. Я надеюсь, что вы будете молиться вместе со мной за мирный мир. И начинаем. Господь Элкантаре, мастер Рюхо Окава, спасибо за то, что каждый день даешь нам свет. Пусть твоя любовь наполнит землю. Пусть твой свет
наполнит небеса. Пусть Твоя слава наполнит весь мир. Закон правильного разума. Великая Вселенная есть свет. Этот свет — жизни Будды. Благодаря этой жизни живут люди. Благодаря этой жизни идет развитие истории. Жизнь вечна и вездесуща. Вездесущий свет исходит свыше, озаряя землю. Это свет небес. Радуга из семи цветов соединяет небо и землю, распространяется милосердие Будды. Желтый – цвет закона учения, белый – цвет любви и спасения, красный – цвет справедливости, побеждает зло, пурпурный – цвет порядка, благоговения, голубой – цвет рассудка мысли, зеленый – цвет природы и гармония. И сливляне – цвет науки, прогресс. Семь цветов сливаются воедино и озаряют страну Будды. Страной Будды управляют посад света семи цветов. Это страна любви и милосердия. Это страна мудрости и закона. Это страна души. Души дети Будды. Дети Будды – люди. Душ – духовные шества. Душа – это бессмертный интеллект. Душа – это вечная энергия. Душа – это все и вся. Физическое тело – лишь тень души и лодка, плывущая по реке жизни. Ведь лодка – просто судно. Без кормчего она шажет на мир. Кормчий – это разум. Если разум ошибется, лодка пойдет на скалы и разобьется в древески. Но есть весло дарма, направляющее лодку на истинный путь сквозь превратности человеческой жизни. Дарма – это учение Будды. Будда достиг просветления и проповедовал закон, который стал поистине сокровищем. Истинное сокровище – дарма. Дарма – это истина и кристалл милосердия Будды, который желает человеческую жизнь ярче. И впредь никто не совьется с жизненного пути. Теперь ведущая нас рука Падонта. Иди вперед, следуй за этой белой рукой. Жизнь не ограничивается только жизнью в этом мире. Жизнь состоит из трех фаз. Из прошлого, настоящего и будущего. Хотя прошлое уже позади, сделанные вами ошибки все еще в вашем разуме. Поэтому всегда старайтесь понимать других людей. Хорошо обдумывайте свои мысли и поступки. Вы неотделимы от других, вы единое целое. Мы все братья и сестры, дети Будды. Поэтому любите друг друга, развивайте друг друга и прощайте друг друга. Это вечный закон, свет, который освещает темноту в настоящем и будущем. Темнота этого мира – это ад. Темнота иного мира – ад тоже. Как только мы появились на земле, солнце истины начало восходить. Подошедшее солнце – это свет, который озаряет будущее и ведет нас в страну Будды. И теперь отныне больше не будет вражды на земле. Не будет недоверия на земле, не будет зла на земле, не будет злых духов на земле, не будет демонов в ином мире. Мир станет идеальным, когда в мире воцарится утопия, в
все будут любить друг друга, заботиться друг о друге и доверять друг другу. Мы все посад света, несем это послание. Истина существует только свет. Истина существует только любовь. Истина существует только истина. Мы посад света, собравшись вместе и объединив все наши силы, обещаем жить по принципу правильного разума и по закону дхармы. Молитва Господу. Наш Господь Эль-Кантари, Ты источник всего света, всех сил, всей мудрости и всей любви. Дай нам свет, дай нам силу, дай нам мудрость, дай нам любовь. О Господи, Отец наш, защити эту планету любви и землю, защити нас от всякого зла, и открой нам будущее. Наш Господи, спасибо за то, что даешь нам свет. Мы благодарим Тебя от всей души. Молитва ангелам-хранителям и пчебодным духам. Мои ангелы-хранители и пчебодные духи, в глубине моей души, вы мои источники жизни, свет надежды, источник мудрости, щит храбрости. Помогайте мне каждый день развивать мою душу и совершенствовать мой разум. Каждый день вдохновляйте меня и указывайте правильный путь. Храните меня от всякого зла и ведите меня к лучшей жизни. Я благодарю вас за это. Спасибо за просмотр и до свидания и всего хорошего.